ульяновцы смогут поработать на Всемирных играх дружбы. В городе открыли центр по отбору волонтеров. На церемонии открытия всем желающим рассказали о том, чем будут заниматься добровольцы. Также прошли показательные выступления по тайскому боксу. Всего на Всемирные игры дружбы отберут более 7 тысяч волонтеров. В Ульяновске будут собеседовать молодежь сразу из трех регионов – Ульяновской и Пензенской областей, а также Республики Мордовия. Ребятам предстоит сложная, но интересная работа на масштабных состязаниях. Это логистика, это переводчики, это сервис, навигация. Наши волонтеры с нашей страны будут полностью подключены к этому процессу. Проводить интервью будут ульяновские волонтеры-рекрутеры, которые предварительно прошли обучение в Москве. Всемирные игры дружбы они считают особенно важными, ведь для наших спортсменов это уникальная возможность соревноваться с соперниками из других стран и с гордостью выступать под российским флагом в условиях санкций. Для меня это Олимпийские игры, которые пройдут в России, и очень хочется помочь нашим спортсменам завоевать те золотые награды, которых они достойны. Кандидатов уже более 200. Собеседовать всех желающих будут онлайн, а ульяновцы смогут прийти и на личную беседу. От нашей области планируют отправить всего 10-15 человек, поэтому отбор будет строгим, а требования к кандидатам высокие. Знания иностранных языков и не только. Это опыт волонтерской деятельности, да, конечно, опыт проведения и участия в качестве волонтера в крупных мероприятиях, да, в том числе опыт просто в участии, да, каких-то мероприятий, значимых в том числе и в регионе, чтобы человек представлял, как проходят в том числе и спортивные мероприятия, да. Прием заявок продлится до июля на сайте volunteersgames2024.ru, а Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Юлия Адамова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.